Витебская кондитерская фабрика под торговой маркой «Советский кондитер» продолжает приятно удивлять горожан и своих работников. Десятки человек собрались в зале предприятия в ожидании долгожданных призов. Весь год они трудились, выполняли двойную норму, а теперь должны отдыхать. И со вкусом. Путевки за границу в лучший пятизвездочный отель «Анталии». 10 дней в санатории Геленджика. Коллективная поездка и отдых в Лаганаке и Домбай. Билеты на премьеру спектакля с участием звезд российского кино. Это не сказка, а призы за труд. Самым обычным рабочим, настоящим труженикам Армавирской кондитерской фабрики. В начале 2016 года руководством фабрики было принято решение о мотивации сотрудников. Этот инструмент позволяет создавать необходимую атмосферу в коллективе в целом и в каждом цехе отдельно, нацеленную на качество работы каждого сотрудника и на общий результат. В 2016 году мы провели соревнования между рабочими коллективами нашего предприятия, результат которого определены победители. Народная мудрость гласит, кто умеет хорошо работать, тот умеет и должен хорошо отдыхать. Трудовое соревнование среди цехов предприятия проходило в течение года. Оценивалась производительность коллектива, трудолюбие. На первом месте оказались работники мучного цеха. Второе и третье – за ирисным и карамельными цехами, соответственно. Старались все победить. В плане того, как побеждали? Своим трудом, настойчивостью. Ну, я не знаю, стремление не подвести начальника цеха. Вообще работа на вафельной печке. Мы увеличили объемы продукции, тем самым завоевали первое место. Старались, конечно, чтобы наша продукция нравилась не только в нашем городе, но и за пределами города. Начальник цеха у нас очень хороший, Марина Владимировна. Директор хороший у нас, Королев Александр Геннадьевич. Ну, все хорошо. Зарплату вовремя получаем. А все прекрасно. Выиграли поездку в Турцию и Домбай. Вы в Турции едете? Нет, я отказался, потому что я не выдерживаю летать. Боюсь. Боитесь летать? Да. Армавирская кондитерская фабрика под торговой маркой «Советский кондитер» еще раз подтвердила свой лозунг. Они знают секрет сладкой жизни. Юлия Чернышова, Александр Жирелеев. Служба новостей Армавира.